Меня зовут Анна Рыкова, я фэшн-стилист, куратор курса «Стайлинг и имиджмейкинг» Британской высшей школы дизайна. Сессия «Актуальные форматы фэшн-презентации фэшн-брендов». У нас было несколько спикеров, все стилисты, или бывшие стилисты, или практикующие стилисты, все так или иначе поработавшие в глянце. Анна Поштовая, которая художник по костюмам, я. Лена Дудина, которая работала точно так же в «Грации», в «Космо» и в журнале GQ. И Сергей Сурков, он тоже стилист, и сейчас он креативный директор компании «Элеганца». На самом деле все вопросы были остро интересны, если честно, это правда. Мы говорили о том, как и зачем фэшн-бренду нужна коммуникация через стилистов и блогеров. Мы говорили о важности и нужности презентаций офлайн. Мы говорили о неделях моды, о том, почему они не работают здесь и почему работают там. Мы говорили о том, нужно ли идти в тот глянец, который остался. Мы говорили о очень многих интересных вещах на самом деле. Ну, я считаю, что промышленные выставки вообще нужны, да, для нашей реалии, не нашей реалии, до, после, неважно. Это очень важное мероприятие. Я сама, поскольку заканчивала текстильный и по образованию дизайнер по обуви, и прекрасно знаю, что такое промышленные выставки, знаю, что такое производство. А производство как будто бы не бывает без закупок, а закупок не бывает без производства, да, то есть поэтому мы индустрия. И выставки такого масштаба, CPMO очень большая выставка, они нужны, и хорошо, что до сих пор присутствуют иностранные партнеры, хорошо, что приходят стилисты, я вот видела своих выпускников трехлетней давности, хорошо, что проводятся такие сессии, вообще бизнес-программа в этом году, считаю, очень насыщенная и очень хорошая.